сегодня было сложно. Мне очень болел рот и язык на следующий день, когда я проснулась. После наших занятий. Супер. Я не могла говорить. У нас сегодня второй урок. Бонжур. Вуаля. Первый был в субботу, сегодня понедельник, 24-е. Да. Сегодня мы уже, вот если мы посчитали, сколько, 22 сентября мы занимались в общей сложности. Екатерина сама занималась самостоятельно 3,5 часа, вчера 30 минут. Вот сегодня наше третье занятие и третий день, в принципе, изучения. Много будем сегодня работать опять же над артикуляцией. У нас есть пробки. Вот это моя пробка, у Екатерины тоже своя пробка есть. Вода и так далее. Будем исправлять какие-то моменты. И все, начинаем. Вода. То есть, болело все? Да. Никогда такого не было. Ну, потому что мы теперь вообще должны выйти, опять же, как всегда говорят, из зоны комфорта. То есть, вы теперь всегда, когда говорите, должны ощущать то, как вы говорите. Да, но у меня еще вопрос. Почему я не могу сказать правильный звук R, да, когда мой муж, у него получается? Я ему сказала, как надо, и он слушал ваши уроки вместе со мной, и у него сразу получалось. Я очень расстроилась. Но все равно у каждого человека природная гибкость есть, природные какие-то вот тут вот тоже особенности. И точно так же привычки какие-то. Все получится. Дайте, смотрите, сначала вы сейчас ехали сюда, делали какие-то упражнения? Я просила с утра сделать упражнения сразу. Я слушала еще алфавит. Угу. Повторяла в метро. Ну, не очень громко говорила, но хотя бы артикуляцию так, как вы говорите. Эй. Угу. Вот я так же делала. Ну, и делала немножко упражнений. Да. Теперь мы начнем. Сегодня будет много упражнений на губы, потому что нам они очень нужны. И челюсть, опять же. А с утра теперь, каждый раз, когда вы встаете, вы должны делать вот эту гимнастику. Губы, язык и челюсть. Желательно, конечно, чтобы в день это, наверное, было 3 раза. Но вот с утра, чтобы вы себя как-то так разбудили. И давайте начнем с губ. Вытягиваем губы и в улыбку. Максимально. И учимся осознавать то, что делают губы, потому что наша задача понимать, какую форму они имеют. Да, можно давать на себя. Угу. Осознаете губы? Да. Угу. Oui. Bon, super. Теперь мы делаем круговые движения по возможности. Главная задача, чтобы вообще вот эта часть двигалась. Смотрите на себя действительно можно в камеру, чтобы понимать, что круг это или не круг, и вообще. Не круг. Возможно, честно, даже наши влезть, то есть вот только вот тело, вот кожа вот тут вот. Угу, смотрите, можно попробовать медленно. Давайте сделаем нос, подбородок, там, вот эта сторона и вот эта. Давайте вот так. Да. Немножко челюсть. Да, давайте пытайтесь. Прям совсем к носу тяните губы. Не съезжайте, прям четко должно быть. Вверх, давайте. Вверх. Да, теперь вниз. Теперь возвращайтесь на серединочку и вбок. Всеми губами сразу. Не постепенно, что они так оттягиваются, а прям губами. То есть губы, кончик губ должны быть вот этой вот силой вперед. Пытайтесь. Давайте в бока тогда просто. Угу. Ну, и в сторону не получается. Да, в одну сторону не проблема. Вот мы сейчас разрабатываем. Все, каждый я день этого не знала. Каждый день будет лучше. Боже, я не могу. Пытаемся. Лучше зеркало можно? Угу. Угу.
Прям губы должны быть более собраны. Угу. Вы их в трубочке, как бы, вот тут они собраны, и вы эту трубочку передвигаете. Губы под одним глазом оказываются, потом под другим. Эта сторона у меня очень плохо получается. Это пока. Я даже расстроилась. А нет, расстраиваться не надо, потому что сегодня самый плохой момент. Сегодня самый плохой момент. Ну, спасибо вам, что вы выявили эту особенность. Угу. Давайте, пусть отдохнет. Давайте вверх-вниз. Можно руками? Можно чуть-чуть помогать себе руками пока, но, опять же, сила должна быть. Мы качаем мышцы, на лице есть много мышц. Вверх-вниз. Давайте вверх-вниз. Вот тут должно растянуться посильнее. Ну, тут легко, да? Угу. Угу. Давайте опять бока. Боже. Дома тренируйтесь. Каждый день будет лучше. Когда это будет сделано, то будет вообще эффект сразу. Дальше смотрите, упражнение бабушка. Вам, скорее всего, будет очень тяжело. Сейчас посмотрим. Вот смотрите на экран, что нам будет напротив меня. То есть я губами как бы натягиваю губы. Прочесывайте да, по зубам. Как будто, знаете, бывают люди, у которых нет зубов. Угу. Вот так. И только потом круг опять собирается. Я его уже делала. Да? Когда занималась речью. Ну вот, видите, так что вам поможет сейчас. Те знания быстрее должно быть. Только не должно быть резко. Максимально должно быть прям так ровненько. Он как будто медуза в воде. То есть такое движение должно быть. Челюсть не работает, работают больше губы. Натягиваете. Теперь медленно-медленно-медленно вытягиваете вперед. Угу. А, вот так? Угу. Сложно? Но главное, чтобы это было все очень-очень прогрессивно, без каких-то переходов резких. Вы такого не должны движения, смотрите, у вас такое движение. Угу. Понятно. Зубы вообще не шевелятся, только губы вокруг вот так вот. Говорю, как медуза, почему-то такая картинка возникает. И когда она плывет, вот так она делает. Вот так, такое же ощущение от рта должно быть от губ. Угу. Угу, супер. Теперь кончиками губ в одну сторону и в другую. Два раза. Угу. Супер, это легко, легкое движение. Теперь опять рыбка. Рыбка должна отпадать, смотрите. И она должна быть максимально такой. Вытянутая, да. То есть и тут широко, и вот далеко. Собрали, расслабили. Угу. Вперед максимально. Можно себе вот так руками помочь? Угу. Главное, это расстояние, да, хорошо получается. Угу. Супер. Перейдем теперь к языку. Угу. Опять кусаем язык. Сейчас пробуем. У вас язык очень мешается. Он у вас неповоротлив. Да.
То есть вот когда сейчас даже вы сказали «да», слышно было язык? Да. Язык помешал. Угу. Чтобы было, знаете, так «да». А возможно, проблема в моей челюсти, что у меня неправильный прикус. Если рот широко открыт, челюсть вообще ни при чем. Да. Да. Язык сейчас помешал. Опять? То есть его нужно опустить. Так участвовать. Да. Да. Видите, ваша задача открывать широко рот. Потому что ощущение такое, что мешает, чтобы вы могли представить картинку, как будто иногда, знаете, в школе жвачку жуешь, учитель говорит, выплюнь жвачку, а ты ее спрячешь. И говоришь, как будто жвачка во рту. Да. Спрятана. Это от этого, потому что язык мешается, а во-вторых, челюсть не широко открывается. Какая бы ни была проблема с челюстью, да, чем шире вы ее откроете, тем, ну вот, то есть проблемы с там привкусом или чем-то еще, они нивелируются, если хорошо открыть челюсть. Ваша задача, когда говорите, всегда осознавать, что вы открываете рот. Пусть это будет неестественно. Да? У меня тоже раньше практически не открывался рот, и мне трудно открывать рот. Вот, ну то есть нужно тренироваться. Хорошо. Да. Главное, чтобы все звуки были не закрытым ртом. И за все жуем. Должен хрустеть. Хрустеть немножко. Значит, всё не так страшно. Как это возможно? Ну, вот не то, что прям хрустит, но видно, что вот там такое ощущение, что он был вот немножко твёрдый, да, и такой вот мягче становится. Ну да. Можно вытащить. Вот так вот даже вытащите, чтобы губы росли. Теперь чистим зубы языком. Все зубы пересчитайте языком. Он у вас должен так устать, что ощущение, что он аж онемел. Потому что он никогда не работал у нас. Вот мелкими движениями считайте зубы, действительно, посчитайте все зубы. Все насчитали? Супер. Теперь работаем с челюстью. Поворачиваемся, отвернемся от этого. Это наше движение. Да, подождите, помассажируйте, чтобы вот не слишком резко было. Стартуем будем. Еще язык. Чуть поработаем, но он сейчас уже устал. Вот тут у вас. Ощущение, что она в разные стороны и в горизонтально, и вертикально двигается. Получилось? Да. Да. Теперь с пробкой. Потом еще вернемся к языку. Наши имена, наши вот эти имена. Я их с пробкой повторяю, вы их с пробкой повторяете. Или даже давайте, я покажу как сначала, потом буду без пробки, а вы пытаетесь, как я, только с пробкой. Вообще пробку используем зачем? Мы кладем ее в зубы вот так. Вставляем. У вас даже сложнее, потому что пробка толще. Я только такую нашла. Вуаля. И произносите максимально так, как вы слышите. Разумеется, если зубы зафиксированы, то это сложно. Но зато начинают губы больше
работать. А когда губы больше работают, то получается, что они компенсируют то, что челюсть не работает. В вашем случае она у вас даже будет менее, точнее, более открыта, чем в обычной жизни. Представляете? Можете даже чуть больше пробовать взять, что она уже дальше. Да, видите? Вот. А язык не двигается во рту практически. Ну, там, N, конечно же, трудно без языка произнести. Но вообще он лежит и не двигается. И челюстью вы не двигаете. Губы должны прям вот так ходить, вы должны видеть, что вот оно вот так. В этом упражнении текут слюни, так что готовьтесь к этому. И очень трудно, вы можете что угодно делать, вот с пробкой, мыть посуду и что-то произносить. Первое время даже 10 секунд будет трудно. Значит, я попробую. Но идеально, конечно, когда вы берете пробку, произносите, вообще даже, ну, трудно понять, что пробка во рту. Так бывает? Да, сейчас попробую, давно делала. Амели, Блез, Дидье, Эмили, Фабьон, Жеральдина, Эктор, Селина, Инес, Жонатан, Карина, Лилиан. Класс. Попробуйте. Да. Я произношу без пробки, потому что, чтобы вы стремились, да, как бы без пробки, как будто бы. И когда пробку потом уберете, будет совершенно другое ощущение. Сейчас вот челюсть очень будет работать. Ну, работать как? Она будет напряжена очень сильно. Амели. Амели. Непонятно, что сказали. Нужно чисто. Язык для этого нужен. Амели. Непонятно. Амели. Амели. Не было и. Амели. Мели. Амели. Лучше. Блез. Блез. Дидье. Дидье. Эмили. Эмили. Фабьон. Фабьон. Не, там нет Н на конце, там А носовой. Фабьон. 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 Откройте. Фабьон. Oui. Жеральдин. Жеральдин. Н чё-чё. Н. Oui. Эктор. Эктор. Инесс. Вот это хы, а не Р. Эктор. Эктор. Oui. Во французском есть три вида Р. Отдохните. Три вида R. R, которая такая грассированная, Р, там, Рьян, вот это вот. Да. Есть, это точно я могу. Да, Рьян. Au revoir. Вот а есть, которая Х, как будто бы. Au revoir. Вот так есть люди, которые говорят. Вот Эктор не могу сказать. Эктор. Эктор. Вуаля, неплохо. Слушайте, сейчас сравните, как бы, без пробки. Амели. Амели. Блез. Блез. Дидье. Дидье. Ой, чувствуете разницу? Очень много. Это упражнение, оно спасает вообще в вашем случае, ну, ситуацию, потому что она челюсть, как раз, оно челюсть тренирует. Дальше мы на Фабьон закончили, Жеральдин, кто Селини назвали. Селина. 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 Жонатан. Жонатан. Карина. Карина. Лилиан. Лилиан. Ой, отдыхаем. Без пробки. Амели. Амели. Более оперно. Амели. Амели. Блез. Блез. Дидье. 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 Нет, там нет R на конце, там Е. Дидье. Дидье. Эмили. Эмили. Фабьон. Фабьон. Ничего, не так резко. Фабьон. Фабьон. Проще. Фа. Фа. Бьон. Бьон. Да, нет никаких лишних движений. Фабьон. Oui. Жеральдина. Жераль. Жеральдина. Жеральдин. Эктор. Эктор. Селина. Селин. Инес. Инес. Жонатан. Жонатан. Карина. Карина. Лилиан. Лилиан. Oui, супер. Теперь сейчас потренируемся еще. Сейчас.
сейчас будем тренировать с вами Р, отдыхаем, разные деятельности делаем, чтобы не уставал рот. С водой тренируем, берем воду и пласкаем рот. Говорю Р. Угу. Да, я могу. Много, да, я могу без воды. А пока вы с водой. Тренируйте, должно устать. Оно должно работать. Оно не работает. Проглатывает. Ну, проглатывайте. Пытайтесь сказать. Так и делайте. Да. Да, только шире через нижнюю тоже открывать. Смотрите. Га. Посмотрите. Га. Да. Га. Вы поток. Га. Вы поток. Га. Смотрите, из вас прям вот отсюда все, вот вода это, да, как вот гейзер. Га. 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 Нет базы у звука. То есть вы должны его отсюда, из живота. Га. 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 Сильнее живот напрягите. Га. Га. Да, смотрите. Сядьте прямо, да, спина. Давайте. Га. Га. Не напрягайте сами живот. Га. Да, давайте. Га. Да. Га. Да. Га. Слышите? Га. Да, только теперь нужно грассировать. Не чтобы это было прям га, а га. Га. Живот напрягайте в этот же момент. Га. Мне не получается. Получается. Лучше, чем было вот несколько секунд назад. Га. 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 Давайте на ре. Ре, 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 дракон. Дракон, там дракон тогда. Ре, 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 ре. Челюсть ниже опускайте. Когда хотите открыть рот, ре. Шире, значит, челюсть движение вниз должны сделать. Ре. Язык ни при чем. Ре, 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 ре. Язык, корень языка тоже должен опуститься. Мы же из глубины себя воздух даем, а вы там... язык вот так ставите вверх, и он просто мешает выйти. Га, ре, 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 да. Ре, ре, да. Ре, 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 ре. Язык двигается. Ре, смотрите, посмотрите на меня. Ре, 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 ре. Язык опустите. Ре. 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 Вот не вашу эту. Ре. 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 Здесь должно опускаться. Ре. 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 Не челюсть, а язык внутри. Ре. 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 Чувствуете? Ре. 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 Вот тут вот, видите? Да. Ре. 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 Корень языка опускается. Ре. Простите. Давайте еще раз. Вот смотрите, вот мы вот на пальце. Помните, мы с вами делали движение вот это вот? Да. Вот это вот оно. Ре, 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 ре. Ай, 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 ай. Сильно не напрягайте. Вообще тут не должно ничего напрягать. Только язык. Ай. Ре, 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 ре. Ре, ре, ре. Ре, ре, ре. Ра. Ра. Давайте отдохнем. Вот это движение языка. Когда мы по дну языка от начала рта, вот тогда R не получается. Сейчас корень языка, вот именно если вы его опустите, сейчас вам, он вам поможет произнести эту R. Давайте назад язык. Язык назад сначала давайте делаем. По-моему, он не опускается вообще. Он должен опускаться. Ага. 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 Смотрите на меня. Там даже маленький язык видно. Ага. 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 Видите, он плоский? Ага. 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 Ага.
ха, 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 пытайтесь. Еще этот звук. Ха, ха, ха. Да, было что-то похоже. Ха, 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 ха. Он поднимает. Да, смотрите, чтобы у вас поднимается, причем он полностью вот так, но он может подняться только вот боками, если уж вдруг. Серединка должна держаться. Ага. 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 Да. Ага. Да. Ага. 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 Язык, кончик языка не, вообще не двигается. Ага. 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 Да. Ну, что-то лучше. Ага. Повторите за мной. Ага. Ро. Ро. Ри. Ага. Ри. 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 Рю. 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 Рю получилось. Ага. Рю. 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 Язык должен быть у кончиков губ, прям вот где зубы. Ну нет, где зубы, а совсем... Рю. Рю. Вы на кончиках. Рю. Где язык сейчас? Язык даже бы, да. Сильнее губы сведите. И. И. Где язык сейчас, когда вы говорите и? А теперь язык не двигайте, губы только сводите. И. Вот оно. А теперь говорите ю. Язык отводите назад. Видите, что вы делаете? Да. То есть он у вас отведен. Рю. 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 У вас как будто пузырек. Рю. Хрю. 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 Рю. Хрю. Рю. А, поняла. Смотрите, если вы начинаете звук здесь, получается хрю. Хрю. А если тут рю. Хрю. Да, волна как бы уже в самом конце. Рю. Да, рю. 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 Рю, 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 рю. Вот он, находится. Рю, 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 рю. Да. Рю. А вы вот тут начинаете. Рю, там. То есть вот так. Она. Рю, 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 рю. Языком вы так делаете, чтобы. Рю. Да. Рю, 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 рю. Если вы будете просто говорить ю, но вводить вот так языком. Нужно делать все звуки. Да, он должен выходить. Он уже такой вниз вверх. Это просто невозможно. И ю, и это р. Потому что язык. Вода, отдохнем. Отдохнем. И будем заниматься челюстью. Челюсть — это пробка. Дальше вот это. Манон. Манон. Ма. Манон. Манон. А все закрыли опять. Ма. Широко рот. Ма. Губы открыли. Манон. Ой. Потому что если у вас пробка, да еще и губы вы не откроете, звук вообще не выйдет. Ensuite. Октава. Октава. Браво. Паскаль. Паскаль. Чётче Паскаль. Паскаль. Кантен. Кантен. Рене. Рене. Сабин. Сабин. Тома. Thomas. Ursule. Ursule. Victor. Victor. William. William. Xavier. Xavier. Xavier нет R на конце. Xavier. Xavier. Yvon. Yvon. Зоэ. Зоэ. Браво, отдыхаем. Без пробки. Манон.
Манон. Открываем прям, вы должны чувствовать, что у вас губы открывают вот зубы. Манон. Язык не двигается, он вас посадил. Манон. Язык дотрагивается нижней челюсти, вот зубов с другой стороны, и не вываливается. Манон. Манон. Oui. Только не закрывайте рот на Манон. Назвали рот? Манон. Дальше. Октав. Октав. Паскаль. Паскаль. Кантан. Кантан. Рене. 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 Округлите губы, как я. Рене. Oui. Сабин. Сабин. Тома. 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 Откройте рот. Тома. Да. Урсюль. Урсюль. Только округлите губы после «л». Урсюль. Урсюль. Не, не, вы их разводите. Оставьте их. Урсюль. Oui. Виктор. Виктор. Уильям. Вильям. Уильям. Из вас воздух выходит. Вильям. Браво. Ксавье. Ксавье. Ивон. Ивон. Зоэ. Зоэ. Вуаля. Гениально. Отдохнем. Сейчас будет немножко грамматики, потому что тяжело. Вот это должно отдохнуть, но сейчас будем заниматься грамматикой. Но грамматика для нас не важна пока. Потому что если человек произносит что-то, а ему не нравится, то он и не будет хотеть говорить, даже если он этого не осознает. Voilà. Bon, on y va. Открывайте блокнот. Я выучила пару слов из вашего... Смотрите. Я выучила пару слов. Я выучила пару слов из вашего видео. Из вашего видео? Из вашего видео. Да. Не улыбайтесь, когда говорите. Шерше. Шерше – это? Ищите. Искать, да, искать. Ищите, да, если это в императиве. Дальше. Дальше я не помню, как Commencé, это. Или что это? Mm-hmm. La chaise longue. La chaise longue, вспомнила. Да, longue. Long. La chaise longue. Oui, вы сегодня у меня на уроке гейзер. То есть каждый звук у вас должен выходить прям изнутри, из недр. Дальше. Женев. 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 Oui. Женева. Угу. Ле. 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 Повр. Ле. Повр. Угу. Бедный. Да. Ла. Пен. La pen. А, d'accord. La pen. La pen. Тяжелая работа. Да. Bon. Bo. Bo. Красивый. Браво. Мы сейчас поработаем. И глагол commencer. Commencer. Начинать. Да. И vous commencez. Vous commencez. Вы начинаете. Voilà. Теперь посмотрим наши слова, которые мы видели с вами. Вы их читаете, Андрей, вы их читаете. Да. Vous vous appelez. Ле, четко. Лишнее движение. Vous appelez. Vous appelez. Лишнее движение. Vous appelez. Vous appelez. Oui. А теперь быстрее. Vous appelez. Vous appelez. Oui. Дальше. Comment. Только не закрывайте рот. Comment. Comment. Не закрывайте рот. Comment. Comment. Закрыли рот, затронулись языком до неба, и уже «н» есть. Если не дотронетесь, не будет. Comment? Oui, лучше. Enchanté. En, и там тоже, смотрите, «шан», тоже открыто. Что «ан», что «шан», должен быть одинаково открыт рот. Enchanté. Да, теперь не так резко. Enchanté. Enchanté. Где гейзер у нас? Enchanté. Enchanté. Да, только «ан», корень языка. «Ан». «Шан». «Enchanté». «Oui». Дальше. «Oui». Это не, лучше, это «у». «Oui». «Oui». Да. «Oui». «Non». 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 Угу. «Au revoir». «О». «Au revoir». «Au revoir». «Au revoir». «Oui».
Ça va. Ça va. Ça va. Oui. Merci. Опять вы начали его далеко. Merci. Merci. Mère, mère. 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 Еще скажите, только мэр. Мэр. Она здесь. Вперед ее вынести на кончик губ. Мэр. 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 Концентрируйтесь на е. Мэр. Мэр. А теперь мэр. И вперед, совсем вперед, си. Мэр. Нет, она опять шла назад. Мэр. 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 Она у вас здесь. Мэр. Здесь впереди. Мэр. Мэр. Си. Си. Мерси. Мерси. Нет, она здесь. Смотрите, вы говорите, представьте, что у вас маленький, старый человечек, глухой, сидит на пальчике. Ага. Вы говорите, мерси, на кончике губ. Мерси. Да, мерси. 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 Да. Мерси. Мерси. Да. Так я же говорю «эл», а не «эл». Нормально. Мерси. Мерси. Еще раз, мерси. Merci. Да, и теперь мадам, merci. Мадам, merci. Да, только мадам у вас была неплотная, должна быть отсюда, дай живота. Мадам, merci. Опять ушла мэр. Merci. Мадам, merci. Мадам, merci. Мадам, merci. Oui, 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 ça va. Это очень хорошо. Дальше. Je m'appelle... Je m'appelle Catherine. Пэлла. Je m'appelle Catherine. Да, вот такого широкого рта не должно быть. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine. Да, вот это у вас губа напряглась вот с этой стороны. Не надо. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine. Rin. Rin. Je m'appelle Catherine. Язык вперёд. Catherine. Да, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine. Catherine ou Catherine? Catherine. Catherine. Oui, génial. Bonjour. 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 Да, bonjour. Bonjour. Да, bonjour madame. Bonjour madame. Да, всё равно забитость у вас вот тут какая-то есть в горле. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Да, есть стремление у вас звук вперёд. Bonjour. Да, bonjour madame. Bonjour madame. Madame. Bonjour madame. M. Voilà. Все ощущение должно быть вот здесь. И последнее слово, сейчас покажу упражнение. Et vous? Et vous? Oui. Теперь берем руки в боки. Мы воздушный огромный толстый шарик. И мы себя сейчас должны выдавить. Смотрите как. Пытайтесь. Теперь, когда мы это делаем, вы должны осознать, что у вас вот здесь такая подушка воздуха образуется. Делайте. Где язык? Внизу лежит, да? Теперь язык немножко поднимите, чтобы этот воздух по языку шел. То есть вы ощущаете плотный воздух. Есть? Теперь смотрите, я сейчас буду говорить по-французски. Mm-hmm. А вот такой плотный воздух, как мы сейчас делали, вот это и есть французский язык. Вот он так плотно выходит, только он не просто выходит, мы ему придаем форму. И смотрите, я сейчас буду говорить, буду больше шипящих делать, чтобы вы понимали, что это такое же вот самое, да? Bonjour madame, ce soir je vais avec des amis aller au cinéma. Au cinéma, nous allons regarder un film. Ce film, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai regardé sur internet la bande d'annonce. Je pense que c'est très intéressant et c'est une comédie et etc. D'accord? То есть чувствуете? C'est une comédie, c'est intéressant. Voilà. Ну, это не очень естественно, но я пыталась найти какие-то c'est. И вы когда я говорю c'est intéressant, это вот c'est intéressant. У вас не, я не чувствую, что вот как вы воздух сейчас выпускаете. C'est. Выпускаете воздух и пытаетесь в этот момент говорить. Интересен. Только челюсть нужно открыть, все. Вот давайте еще раз движение сделаем. Какие слова скажите сказать? Bon, ce soir. Что это значит? Сегодня вечером. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce нужно открыть рот. Ce. Ce. Челюсть. Ce soir. Да. Ce.
Сэ-суар. Суар. Вообще с поднятым подбородком не говорят, но у вас лучше получается, потому что когда вы вытягиваете, обычно у вас уходит назад, mm-hmm. когда вы вытягиваете, то он вперед уходит. Сэ-суар. Сэ-суар. Ну, только круг губы. Сэ-суар. Суар. Суар. Сэ-суар. Теперь почувствуйте, можно даже закрыть глаза, что действительно звук на кончиках губ находится. Сэ-суар. Сэ-суар. Чувствуете? Да. И вот так всегда, даже, например, вот диалог надо, да? Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Catherine. Это трудно. Et vous? Да. Je m'appelle Catherine. Медленнее. Je. Чувствуете, что звук ушел назад, значит, надо заново начать. Je m'appelle Catherine. Без придыхания, вы не Ренат Литвинова. Точно. Нужно без придыхания это делать. Это плотный, наоборот, звук, вы не теряете. Je m'appelle Catherine. Катрина. Кат... Напрягайте живот. Катрин. Катрина. Катрин. Н. Катрин. Конец всегда нам очень важен. Мы чётче произносим. Je m'appelle Катрин. Угу. Je m'appelle Катрин. Je красивее. Je. Не как так. Je. А форму ему. Je m'appelle Катрин. Je m'appelle Катрин. Да. Je ma потерялась. Je m'appelle... Je m'appelle Catherine. Elle потерялась. Je m'appelle Catherine. Да, только «ка» была не передняя, а задняя. Catherine. Je m'appelle Catherine. Вы лучше. Je m'appelle Catherine. 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 Voilà, отдыхаем точно теперь. Je m'appelle... Катрин. На, вуаля, отдыхаем. Сейчас горло встанет на место. Вуаля, сегодняшняя дата я пишу вам. Le, дата всегда пишут с артиклем. Le 24 septembre. Потом мы выучим дни недели и месяца. Septembre. И сегодня у нас lundi, это понедельник. D'accord? Вуаля, тема наша сегодняшняя. Глаголы первой группы. Mm-hmm. Во французском языке три группы глаголов. Первая, вторая, третья. Нам все их нужно знать с вами. Первая, вторая группа – это регулярные глаголы. То есть, если вы знаете, как, что это глагол первой группы, вы можете воспрягать. Если вторую группу, вы можете воспрягать, даже не зная, что это, вот, что это за глагол вообще, перевод. Mm-hmm. То есть, например, как у нас в русском «читать». Да? Я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем. Mm-hmm. Да, вот эти вот окончания, мы их прибавляем, в принципе, все. Во французском языке глаголы, которые являются регулярными первой группы, например, глагол «шерше», который вы уже видели, это глагол «искать». Mm-hmm. Вот, да, «ищите женщину». Вот в инфинитиве он пишется вот так. И «р» на конце. «Шерше». «Шерше». Через вниз максимально. «Шерше». Да, вам во время того, как вы говорите всегда, во время урока или вообще по-русски, по-французски, вы должны... удивляться дискомфорту, да, только язык посреди сейчас сказала рта. Удивляться дискомфорту того, что вы слишком широко открыли рот для вас. Шерше, шерше. Да, вот лучше так, потому что мы пытаемся сделать, чтобы челюсть вообще была супер подвижной. Так что вот так, как дурак. Шерше, вот. Шерше. Вы вот так говорите. С вами буду точно так. С вами точно буду. С вами буду точно так говорить. Говорить. Да. Говорить. Губы тоже. Вы же меня не осудите? Нет, конечно. Вуаля. Смотрите, что значит проспрягать глагол? Je – это я. Je. Tu – это ты. Tu. Il – это она. Он, pardon. Il. Elle – это она. Elle. Угу. Nous – это мы. Nous. Vous – это вы. Vous. Il – это они. Il. Elle – это они. Еще раз. Да. Elle. Да, то есть смотрите, il – il, elle – elle. Можно я переведу? Да, да. Ты. Он. Угу. Она. Угу, всё поняла. Теперь я поняла. Мы.
Вы. Они, мальчики, или мальчики и девочки. Мы сейчас с вами Элла. То есть, а с фунтиком Илля. А почему с фунтиком? Ну, тогда, если есть мальчик один, то уже сразу знаешь. Да, если бы даже нас было вообще там 10 человек девочек и один мальчик пришел, бы это были бы Илля. Вуаля. Как еще раз читается? Иль-элла. Иль-элле. Да, смотрите, вот это называется первое лицо. Потому что это как бы я. И вот тут же тоже есть я. Вы мы про кого-то не скажете. Да, в этом мы должны быть точно вы. Да, я. Валя, дальше ты это второе лицо, то есть кто напротив вас находится, кто здесь присутствует. Вы это один человек с уважением вы к нему относитесь, или несколько ты. Если ваши друзья, вы к ним каждому отдельно на ты, то несколько человек вы будете этим вы. Или они, он, или вот эти с S, они. Эль, она, и Эль, девочки только она. О, они, пардон. Эль. Да. Иль. Одинаково? Одинаково абсолютно. На слух. Но это же мы не просто так называем. У нас местоимение, то есть это вместо имени. Мы первый раз сказали кружка, второй раз можем сказать она или ее, я смотрю на нее, или дай мне его стакан. То есть мы местоимением называем то, что уже известно. Так что вы в контексте никогда не перепутаете, что это или это он, и или это они. Чтобы кого-то назвать или, вы должны их сначала назвать. Так? Да. Вуаля. Так вот. Всегда, вот именно в таком порядке нужно писать все вот эти местоимения, когда мы говорим о спряжении глаголов. Эти местоимения называются местоимениями подлежащими. Почему? Потому что, например, «je» вы больше никогда не встретите «je», кроме как подлежащее. То есть, например, кто хочет там, например, в кино, «я» — это не будет «je». А как будет? Это будет «moi». Да, то есть вот... Вы запомните, что только подлежащее. Тю то же самое, иль то же самое, и вот это иль то же самое. Вот эль и эль, ну и вы можете еще в других функциях встретить. То есть это будут другие совершенно местоимения, просто формы совпадут. А вот эти не совпадают с формами в других функциях. Voilà. Так вот, je, смотрите, мы берем все, что без окончания. Cherche. И добавляем окончание. И это окончание у нас будет... карандашом напишем. Вот такое. Э. Tu cherches. И окончание ES. И они не произносятся. Нет. У иль и эль, как и у нас, он ищет, она ищет. Видите, одинаковая форма. По французскому тоже. У он и она одинаковые формы. Окончание «ø» произносится как «шерш». Здесь «шершо», здесь «шерше», как раз-таки у вас будет «шерше», помните? «Онс». Да, «онс». Здесь окончание «ent». Вуаля, можем даже как-то обвести. И сделать здесь вот такой импровизированный некрасивый башмак. Почему? Потому что шерш, шерш, шерш и шерш произносятся одинаково. Поняла. Поэтому во французском языке нельзя просто сказать, что ты делаешь шерш. Нужно всегда сказать «je cherche». У них все предложения полные. Я читаю, вы произносите за мной «je cherche». Je cherche. Je cherche. Je cherche. Je cherche. У вас челюсть уходит в бок, и язык там тоже. Je cherche. Да. Tu cherches. Tu cherches. Il cherche. Il cherche. Elle cherche. Elle cherche. Nous cherchons. Nous cherchons. Vous cherchez. Vous cherchez. Что это вы расслабились? Vous cherchez. Vous cherchez. Не, вы как будто такая, знаете, как ребенок. Нет, расслабь. Vous cherchez. Я не стараюсь не улыбаться. Vous cherchez. Vous cherchez. Il cherche. Il cherche. Elle cherche. Elle cherche. Идея в том, что не то, что улыбаться, не улыбаться, а логика такая. Вы артикулируете только так,
как это помогает вот форме звука. Форме вот губ. Я пытаюсь делать такую штуку. Да, потому что, то есть вы делаете только те движения, которые помогут вам четче произнести что-то, а вы делаете другие движения, которые противоречат тому, что вы говорите. То есть если вы говорите, например, слово, ну не знаю, там, например, кружка, кружка, а вы говорите кружка, то это нелогично, потому что у слова кружка вот такой должен быть рот, чтобы красиво действительно у произнести. Понятно? Давайте еще раз. И сейчас вы делаете, во-первых, внимание на то, что вы артикулируете, и артикуляция логичная. Это раз. А во-вторых, что у вас звук прямо изнутри идет, и вам легко говорить. И с этого дня, когда вы себя слышите, вы должны говорить, как я красиво говорю. Мне нравится свой голос. То есть вы должны любить прям свой голос. Вы должны слышать и говорить здорово. Ну и пусть это будет французский. Так, Ализи. Je cherche. Je cherche. Je вперед немножко. Je cherche. Je cherche. Не je, а je. Je. Да, je cherche. Je cherche. Не открыли до конца рот. Cherche. Je cherche. Tu cherche. Tu cherche. Il cherche. Il cherche. Cherche. Il cherche. Tu, pardon, elle cherche. Elle cherche. Nous cherchons. Nous cherchons. Vous cherchez. Vous cherchez. Il cherche. Il cherche. Elle cherche. Elle cherche. Теперь перепишите все, что я написала. Внимательно. Je cherche. Угу. Просто вам переписывать вообще здорово. Даже вот те маленькие какие-то упражнения в виде учебники, тексты, их лучше переписать. Будете учиться уже сразу тому, как это пишется. Потому что орфография во французском языке сложная. Орфография у меня и в английском проблема. Ну, в английском сложнее орфография, чем в русском. Ой, в французском. Да. Поэтому в английском и есть орфографические разные фонетические словари. То есть там не догадаешься, как пишется. Нужно знать. Nous cherchons. Не открыли челюсть. Cherchons. Nous cherchons. Oui. Носовыми мы еще будем заниматься. Ну или ну? Ну. О, и уже сочетание. О, и дает звук ну. У. Vous cherchez. У вас звук залетает обратно. Cherchez. Vous cherchez. Вот он у вас здесь падает, а мне нужно далеко-далеко в стену. Vous cherchez. Все равно. Cher. Вы прям цель. Стекло. Cherchez. Да. Cherchez. Oui. Il cherche. Il cherche. Башмак, значит, не произносится одинаково. Il cherche. Il cherche. Oui. Elle. Да? Elle, oui. Elle cherche. Конец был некрасиво. Cherche. Elle cherche. Cherche. Elle cherche. Oui. Браво. Очень хорошо. Спасибо.
Merci. 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 Oui. Она выпадает у вас, должно быть все под контролем. Merci. Merci. Нет, слишком широко открыли рот. Mer, вниз она. Mer. Merci. Да, merci. Merci. Опять широко слишком. Вы на А похожа она. Merci. Нет, вы ее так открываете, нужно вниз. Merci. 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 Опять туда. Merci. Mer. Merci. 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 Да, и ближе к краю. Вот. Merci. Merci. Поднимите голову. Merci. Merci. Oui. Merci. Oui. Чтобы она не выпадала. Похоже на А. Merci. Да, не, voilà, ça va. Alors, теперь срок это читаем. Je cherche. Je cherche. Не поняла. Je. Je. Je cherche. Tu cherches. Tu cherches. Il cherche. Il cherche. Nous cherchons. Nous. Nous, elle, d'accord. Elle cherche. Elle cherche. Nous cherchons. Nous cherchons. Еще раз. Ну, шершон, откройте губы, чтобы вышло. Ну, шершон. Застряла все равно. Шершон. Ну, шершон. Ву шерше. Ву шерше. Иль шерше. Иль шерше. Эль шерше. Эль шерше. Не услышала. Эль шерше. Убирайте пробку без пробки. Жо шерше. Вверх интонацию. Je cherche. Но оперный голос аккуратно челюсть опускается вниз и вот еще шарш. Какой глагол? Шерше. А почему шарш получился? Не знаю. Видите, у вас вы не контролируете, значит не торопитесь. Je cherche. Вот так произносите. Je. Je. Je cherche. Нет, слишком вот cherche получилось. Такого нет. Cherche. Вперед. Je cherche. У вас вот здесь, не нужно вот здесь. Je cherche. Да, дальше. Tu. Tu. Cherche. Tu cherche. Oui. Il cherche. Oui. Elle cherche. Oui. Nous cherche. Nous. Nous. Nous cherche. А посмотрите окончание. Nous cherchons. Nous cherchons. Nous cherchons. Дальше. Vous cherchez. Vous cherchez. Vous cherchez. Vous cherchez. Il cherche. Il cherche, oui. Il cherche. Elle cherche. Oui. Устали? Да, но ничего страшного. Супер. Смотрите, дальше. В отрицании этот глагол будет. Je ne cherche pas. Отрицание у нас двучастичное. То есть, ну, перед глаголом, pas после глагола. Всегда. Всегда. Давайте прочтем. Я не ищу, то есть будет. И когда вы сейчас произносите, вы должны прям создавать. Я не ищу. Ты не ищешь. Je ne cherche pas. Это бы звучало на русском. Я не ищу. Вы же так не говорите? Нет. Да. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Нелогично. Je ne cherche pas. С закрытым ртом. Je ne cherche pas. Ne. Non. Je ne cherche pas. Je ne cherche. Tu cherches? Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Oui. Смысл должен быть. Давайте теперь. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Nous ne cherchons pas. Nous ne cherchons pas. Vous ne cherchez pas. Vous ne cherchons pas. Vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. И теперь еще проще. Vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Salut. Je ne cherche pas.
Tu ne cherches pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Nous ne cherchons pas. Oui. Vous ne cherchez pas. Oui. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Bravo. Теперь с пробкой. Allez-y. Allez-y. Давай, let's go, да. Allez-y. Так, значит, я правильно ответила. Могу сказать же allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, давайте, давайте. Oui. Je ne cherche pas. Пробубнили. Je ne cherche pas. Нет. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Je. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Je ne. Je. Je ne. Je. Je. Je ne cherche pas. Tu ne cherches pas. Tu ne cherches pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Nous ne cherchons pas. Nous ne cherchons pas. Vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. 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 Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Ага. Можно отдохнуть? Как ощущение? Сложно. Но? Но? Мне очень нравится. Я хочу говорить по-французски. Здорово. А сейчас отдыхаем. Сейчас отдохнем 5 минут. И сейчас будем делать еще что-то. Будем еще работать над глаголами. Еще будем делать упражнения. Но сейчас нужно отдохнуть. Хорошо. 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 Да. Смотрите, ощущение, когда вы говорите, всегда же такая свобода. У меня я в русском бубню постоянно. Ну, если вдруг я соберусь с мыслями, то не буду бубнить. Но привычка бубнить. А нужно сохранить ощущение того, что звуку, когда он выходит, ничего не мешает. Нужно ощущать сохранение того, ощущение того, что звуку ничего не мешает. Да, а у вас мешают сейчас щёки? Я ужасно разговариваю, я не умею даже по-русски. Вот когда с вами, стараюсь красиво. Ну, а это нужно просто каждый день. Вы встаете, встаете и говорите, я встала, я пошла в ванную. Вот, главное, чтобы... Это, если честно, это быстро достаточно тренируется. Но это надо запоминать, закреплять, что... Я хочу разговаривать красиво, громко и легко. Да, и чтобы звук выходил. И все. Да, верно. Сейчас отдыхаем. Напрягайте. Хорошо. Voilà. Давайте еще раз. Je ne cherche pas. В отрицании. Je ne cherche. Je ne cherche. Je ne cherche pas. Ensuite, tu. Давайте. Tu ne cherche pas. Все, все вместе читайте. Да. Tu ne cherches pas. Il ne cherche pas. Не по-французски получилось. Мягче. Il ne cherche pas. Не рубить. Теперь il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Теперь как будто бы это говорить. Он не ищет. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Ne. Там e. Elle ne. Ne. Не но, а ne. Non. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. На ne такого акцента нет, это не имеет смысла. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Elle ne cherche pas. Cherche через открытие. Cherche pas. Elle ne cherche pas. Да, только через ровно вниз. Cherche. Cherche. Oui. Cherche. Oui. Язык только движет.
плоско. Ну, но шерш па. Шершон па. Точно. Ну, но шершон па. Oui. Ну, но шершон па. Oui. Ву, но шершес па. Шерше. Ву, но шерше па. Иль, но шерш па. Эль, но шерш па. Oui, супер. Теперь допишем, например, вот это вот. Я ищу женщину, да? Je cherche la femme. Давайте за мной. Je cherche la femme. Je cherche la femme. 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 Tu cherches la femme. Tu cherches la femme. 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 Il cherche la femme. Il cherche la femme. Elle cherche la femme. Elle cherche la femme. Nous cherchons la femme. Nous cherchons la femme. Смотрите на себя в камеру и скажите это, чтобы ровно все было. Nous cherchons la femme. 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 Да, vous cherchez la femme. Vous cherchez la femme. Il cherche la femme. Il cherche la femme. Видите, не вышел звук. Cherche. Cherche. La femme. La femme. Elle cherche la femme. Elle cherche la femme. Посмотрите на себя в камеру и чувствуйте, что звук выходит. Il cherche la femme. Il cherche la femme. Ничего не вышло. Il cherche la femme. 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 Il cherche la femme. Super. Дальше. Je ne cherche pas la femme. Je ne cherche pas la femme. Tu ne cherches pas la femme. Tu ne cherches pas la femme. Неестественно. И все, знаете, так дёргано немножко. Потому что вот то такое, да. То такое. Должно быть прям естественно. Tu ne cherches pas la femme. Однородно. Tu ne cherches pas la femme. Па без придыхания. Tu ne cherches pas la femme. Tu ne cherches pas la femme. Па. Па. La femme. La femme. M. M. Дальше. Tu ne cherches pas la femme. Tu ne cherches pas la femme. 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 M. M. Еще раз. M. Femme. Femme. Да. Tu ne cherches... Tu ne cherches pas la femme. Tu ne... Не было. Tu ne cherches pas la femme. Дальше. Il ne cherche pas la femme. Il ne cherche pas la femme. Elle ne cherche pas la femme. Elle ne cherche pas la femme. Nous ne cherchons pas la femme. Nous ne cherchons pas la femme. Nous ne cherchons pas la femme. Теперь au pernier. Nous ne cherchons pas la femme. Nous ne cherchons pas la femme. Cherchons pas la femme. Nous ne cherchons pas la femme. Vous ne cherchez pas la femme. Vous ne cherchez pas la femme. La femme. Au pernier. Vous ne cherchez pas la femme. Vous ne cherchez pas la femme. 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 Il ne cherche pas la femme. Il ne cherche pas la femme. Elle ne cherche pas la femme. Elle ne cherche pas la femme. Voilà, c'est tout. Alors, intonation. Дальше, смотрите, я вам говорю глагол. Глагол. Quel verbe? Déjeuner, dîner, travailler. Travailler, да. Travailler, почему это опять R? Travailler, это работать. Давайте попробуем, вы попробуйте сами представлять его. И вы рассказывайте, что вы делаете. Что сначала? Как мы узнали, что... Подождите, какую группу глаголов? Есть три группы глаголов. И это какая группа? Это у нас такой же, как шерше. Первая группа. А второй какой? На ИР заканчивается. Да, это первая. Как вот так? Так, да. Вторая, а третья? А третья разные, много разных. Так вот. Вуаля, это заканчивает ER. Что нужно сделать? Нужно написать все... Да, сначала нужно выделить окончание, чтобы мы понимали, что основой является. Да. R. Да.
Теперь напишите все местоимения. Я прошу прощения, мне нужно и русский учить. Потому что я училась в украинской школе, и я немного путаюсь в таких словах, как местоимение, потому что на украинском они называются на другом. Как? Например, глагол — это диеслово. Диеслово? Да. И это очень странно, но я иногда еще не понимаю, что... на других, когда я только поступила в вуз русский, я не понимала по-русски, что от меня хотят, чтобы что я сказала, что такое местоимение. Ну, вот я ты его на наше напишу. Да-да-да. Прошу прощения за мою глупость. Это не глупость. Мы же тоже были понимали. Мой украинский. Жо. Жо. Не жо, а жо. Жо. Ту. Чу. Тю. И... Уй. Вот так, как вы произносите, так вы и написали. Да. Я подумала, неправильно. Но. Ну. Ну. Ву. Иль. Эль. Элла. Не произносим на конце С. Дальше чуть-чуть. Да. Да. И теперь главу. Карандашками тоже работать, окончание карандашами. Еще раз, как называется, как читается? Травая. Тут мы видим И-Л или И-дубль-Л читается как Й. Травай. Й. Й. Чё-чё. И окончание пишу. И. Э. 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 И лучше видеть карандашом окончание. Потому что память, нужно ей памяти помогать. Цвета разные. Пишем, произносим, проговариваем. Это все помогает нам как-то сгрызть. Жо-травай. Да, только теперь слитно. Жо-травай. Жо-травай. Челюсть, смотрите, на меня тоже камера. Жо-травай. Жо-травай. Не вышло все. Тра-вай. Жо-травай. Жо-травай. Je travaille. Вытаскивайте звук себя. Travaille. Travaille. Смотрите, когда вы произносите, смотрите на себя. Вы говорите вот с такими губами, нет. Je travaille. Je travaille. Vaille. Vaille. Не вытаскивайте звук. Vaille. Vaille. Челюсть, смотрите. Vaille. Vaille. Посмотрите на кончики губ, на уголки губ. Travaille. Травай. Лучше намного. Еще раз. Травай. Травай. У вас челюсть вот в бок сначала, да, вперед. Травай. Вот так. А нужно просто вместе. Травай. Тра, смотри, просто вместе. Травай. Смотри, травай. Травай. Да, а теперь еще живот добавлять, на, когда «ай» говорите. Травай. Вай. Травай. Челюсть делает лишнее движение. Прям ровно вниз ее пускайте. Травай. Травай. Да. Теперь живот еще напрягите сильнее. Травай. Да, лишних движений просто не делайте. Травай. Да, жо травай. Жо травай. Браво, манифик. Это очень хорошо было. Дальше. Ту, чу, тю, травай. Уй. С. ЭС. Говорите это или нет? Или так и читается? Травай. В башмаке не читается окончание. Точно. Тю, травай. Тара. Вай. Два раза чек открывается. Тю-тра-вай. Йо.
Тю травай. Иль травай. 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 Окончание и. Эль трамвай. Она трамвай? Травай. Ну почему такое сложное слово? Оно не сложное. А есть еще сложнее? Да. Эль трамвай. Через низ. Эль. Просто. Эль трамвай. Да, у вас просто лишнее движение. Все. Когда вы будете делать только то, что нужно. Эль трамвай. Да, теперь вернее, «эль травай». «Эль травай». Не «ай», а «травай». «Эль травай». «Ай». «Вай». Да, «эль травай». «Эль травай». Сразу все. «Эль травай». «Эль травай». «Травай». «Травай». Oui. Супер. Окончание у нас такое же. Такое? Е. 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 Подождите, я сейчас вспомню. Уи. Чувствую себя двоечника. Нет. Трудно. Потому что с непривычки. Ну, травайло. Травайо. Травайо. Окончание у нас ОНС. Ну, травайло. Травайо. Ну, травайо. Ну, травайо. Гениально. Ну, травайо. Ну, травайо. Гениально. Это значит гениально? Уй. Неправда. Севре. Севре. Правда. Севре. Так, у нас осталось три местоимения. Ву шерше. Ву травале. Хавае. Ву травале. Хавае. Трав... Vous travaillez. Travaillez. Vous travaillez. Oui. Il travaille. Il travaille. Oui. Elle travaille. Oui. Окончание везде. Нт. And. Читаю. Je travaille. Je travaille. Travaille. Je travaille. Je, делайте красивые «э». Je travaille. Je travaille. Je travaille. У вас тут вот весь звук. Что я пытаюсь сделать «э». Не надо, не думайте о «э». Нужно, чтобы оно было красивое, звонкое, тянущееся. Je travaille. Как будто оперная певица. Je travaille. Я была на опере. Супер. Вот, вспомните, как они пели. Je travaille. Это не опера. Je travaille. 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 Tu travailles. Je travaille. Travaille. Travail. Oui. Je travaille. Tu travailles. Tu travailles. Il travaille. Il travaille.
Elle travaille. Elle travaille. Nous travaillons. Nous travaillons. Travaillons. Nous travaillons. Vous travaillez. Vous travaillez. Il travaille. Il travaille. Elle travaille. Elle travaille. Super, ça va? Ça va bien. Bien, bon. Bon, это вкусно. Я написала вам хорошо. Бьен нужно было. Я правильно написала или нет? Нужно было бьен написать. Я неправильно написала тогда в сообщении. Да. Вы. Бон. Или дакор можно было написать, то есть согласен. Вуаля, в отрицании пишите. Отрицание. Non, je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Там только «e», нет «non». Je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Répétez. Je ne travaille pas. Tu ne travailles pas. Спокойно. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Скажи, ты не работаешь. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Не рубите. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. На кончиках губ немножко упираем. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. У вас идет назад звук, а вам нужно вперед выдавливать из себя. А, вот такой звук. А, да. Tu ne travailles pas. Travaille pas. Travaille pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Nous ne travaillons pas. Nous ne travaillons pas. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Bravo, 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 bravo. Et voilà. Et давайте посмотрим наш диалог прошлый. Давайте. Bonjour, Julie. 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 Да. Проблема в том, что выучивать надо прям идеально, чтобы было. Bonjour, Julie. Еще раз. Bonjour, Julie. Да. Сначала Julie, по-моему, там нет, да? Да. Bonjour. Вы сначала представляетесь. Да. Давайте. Bonjour, je m'appelle Catherine. 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 Да, еще раз. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous? Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Voilà, génial. Теперь мы его на, как сказать, посложнее сделаем. Mm-hmm. Bonjour. Julie. Je m'appelle Catherine. Et vous? Вы его перепишите потом своей рукой. Mm-hmm. Et vous? Comment? То, что переписывать нужно. Vous... Zaple. Так. Bonjour. Je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Ваша реплика. Enchantée, Julie. Enchantée, Julie. Mm-hmm. Voilà. Vous allez bien? Vous поживаете хорошо? Vous allez bien? Bien. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Merci. Oui, merci. Très bien. Très bien. Et vous? Et vous? Très bientôt. je vais bien aussi. Je vais. Я поживаю. Это я. Je vais. Je vais. Bien. Aussi, тоже. Merci. Bonne journée. Это хорошего дня. Bonjour, это хороший день. Mm-hmm. Добрый день. Mm-hmm. А bonne journée, это хорошего дня желают. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, Julie.
Овах. Овах. Такой диалог в реальной жизни, наверное, не может быть. Почему? Ну все за друг за другом повторяю. Бонжурне, бонжурне. Но для меня это идеальный диалог. Мы его будем все больше расширять. Так, давайте я его запишу. Да. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée, Julie. Vous allez bien? Oui, merci. Très bien. Et vous? Je vais bien aussi. Merci. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, Julie. Au revoir. Au revoir. D'accord? Et ça va être dialogue de syllabes. D'accord? Syllabes est un slogan. Voilà. Eh bien, et теперь по слогам. Ой, теперь нормально. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et vous, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée, Julie. Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, Julie. Au revoir. Au revoir. D'accord? Voilà, давайте с вами попробуем вместе по слогам. Я прочитываю, вы прочитываете. Voilà. Bonjour, je m'appelle Catherine. Bonjour, je m'appelle. Je m'appelle Catherine. Et vous, comment vous vous appelez? Et vous, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, je m'appelle Julie. Enchantée. Enchantée. Enchantée, Julie. Enchantée, Julie. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Oui, merci, très bien. Oh. Ah voilà, et vous? Et vous? Je vais bien aussi. Je vais bien aussi. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Catherine. Catherine. Bonne journée. Bonne journée. Julie. Julie. Au revoir. Au revoir. Там E буква, нужно круглые губы. Au revoir. Еще раз. Au revoir. Не слушайте себя совсем. Слушайте себя. Au revoir. Au revoir. Давайте. Au revoir. Не revoir, а revoir. Уже устали, знаю. Я не понимаю. Сейчас. Смотрите. Ре, ре. Уи. Ре. Ре. О, ре, во. Ре. Ре. Уи. О, ре, во. Уи. Еще быстрее.
Au revoir. Еще раз. Au revoir. Если губы уже по-другому идут, то получается другой звук. Нужно re, значит губы вперед в трубочку. Au revoir. Oui. Voilà, давайте попробуем прочесть. Начинайте. Оперный голос. Bonjour, je m'appelle... Je m'appelle, не прочитали L даже. Je m'appelle Catherine. Et vous? Comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Julie, enchantée. Enchantée, Julie. Vous allez bien? Oui, merci, très bien. Et vous? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien aussi. Aussi. Je vais bien aussi. Merci. Bonne journée, Catherine. Bonne journée, Julie. Une chose. Bonne journée, Julie. Au revoir. Voilà, c'est tout. Все, мы закончили. Что я дам? Да, надо сейчас отдохнуть, вообще ничего не делать. Даже потому, что когда в голове прокручиваем звуки, горло напрягается. Вам нужно горлу дать отдохнуть сейчас. Может быть, часа два, часа три минимум. Mm-hmm. Потом просмотреть вот это все, что мы сделали, выписать новые слова. Mm-hmm. Что непонятно. Если какие-то слова не познаете, спросите у меня, напишите mm-hmm. их, спросите, что они значат. Mm-hmm. Вуаля. И я вам дам посмотреть вебинарчики. Хорошо. Вуаля. А завтра я прихожу. Катя приходит в обычную группу, просто посмотреть, как они занимаются. Позанимаются чем-то тоже с ними вместе, mm-hmm. но не как полноценный все равно активный член, потому что у них другой даже учебник. Вуаля. То есть, но они вам делают копию. Там mm-hmm. начало... В том же контексте, но они не столько занимаются фонетикой. А чем? Они уже по учебнику идут, странички, там mm-hmm. они глаголы, они испрягают. Mm-hmm. Вуаля. Там новые слова будут. У них пока еще разговорная такая лексика идет. Они там, скорее всего, будут изучать числа до 10, где кто живет, вот так рассказывают. Mm-hmm. То есть это будет полезно. Да, главное вам отдохнуть и посмотреть сегодняшний вебинар. Хорошо. Вуаля. А первый вебинар вы уже просмотрели, хорошо? Да. Угу. Много раз. Значит, сейчас второй пора. Ну, первый — это алфавит или то, что мы давали в первый раз. Первый раз там было что? Всякие... Артикуляционные, да. Всё и такие. Вот эти глаголы как раз-таки. Commencé, да. Женев — это да. Оттуда. Ладно, сегодня второй, да. Но вы это уже вечером посмотрите. Ну, где-то после 4, вот так. Хорошо. Все. Спасибо. Да, merci. 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 Я вообще не знала, что такое французский язык для нашей с вами встречи. Я только слышала и никогда не пыталась. Ну вот, должно получиться.